Всем привет! Добро пожаловать на мою страничку. Рада, что вы ко мне заглянули. Сегодня я хочу поговорить снова о парфюмерии. И на этот раз я немножечко по-другому свое видео запишу. В этот раз я хочу снять два парфюма, два аромата. И оба аромата на одну тематику. То есть они довольно-таки очень похожи друг на друга. И, в принципе, оба весенние ароматы, прекрасные весенние ароматы. Зима, конечно, не до этих ароматов. То есть нам сейчас хочется такого, чтобы нас согрело. Но все равно время от времени иногда хочется услышать приятный цветочный запах. А именно о ароматах сирени. Я долгое время разыскивала ароматы сирени натуральные. Ну, конечно же, в первую очередь на ум приходит аромат самой натуралистической сирени. Это, конечно, Ив Роше, вот этот вот, собственно, аромат Лилас Мауве. Вот именно этот аромат, в первую очередь на ум нам приходит этот аромат. Но также, помимо него, я нашла еще один аромат, который мне очень и очень понравился. И он, конечно, будет посложнее, чем этот аромат, но в то же время не, как вам сказать, тем не менее он также натурально очень пахнет сиренью. Очень там натуралистическая сирень, она, конечно же, но она там более сложно, там более сложные аккорды там, раскрытие, конечно, по-другому, и она, скажу сразу, по стойкости гораздо больше, дольше, чем вот именно этот парфюм. А именно у меня вот в такой миниатюрке Trussardi My Name. Вот оба аромата. Этот аромат 100 мл у меня Ив Роше Лилас Мауве. 100 миллилитров, и, как видите, уже миллилитров 40, и его, ну, все, миллилитров 40 я использовала. Аромат прекрасный, но самый большой минус – это стойкость, но никакущая. Буквально час максимум, и все, и следа нет от этого аромата. Этот же аромат, конечно же, намного-намного стойче. У меня в концентрации Eau de Parfum и 15 мл здесь его. В общем, где-то 5 мл я уже использовала и 10 мл еще осталось. Теперь хочу сказать еще одну вещь про ноты. В первую очередь скажу про этот аромат. Этот аромат состоит всего из трех нот. Это у нас сирень, зелень и смолы. В общем, хотите сирень со всеми ветками и вместе с кустом совсем, вот, пожалуйста, вам этот аромат. Смол я в нем абсолютно не ощущаю, я могу вам сказать это совершенно точно. Но сирень, аромат сплошная. Сирень. И знаете, не белая сирень именно, а сиреневый куст сирени. И не один куст, их много. Такое ощущение, что вы сидите в саду, месяц май, вы в саду, и вокруг вас много кустов сирени. Да, это даже не сирень, которая в вазе, нет. Это именно свежая сирень, именно живая сирень. Живая, все верно, я так думаю, потому что, сами понимаете, когда сирень в вазе, она, да, она вначале пахнет приятно, но потом уже аромат меняется. А этот аромат именно живой сирени, очень приятный, безумно приятный. Я даже удивляюсь, вот читаю отзывы и пишут, что так. То, что пишет, говорят некоторые, что вообще используют его как освежитель воздуха. Ну, знаете ли, освежитель воздуха,
Не знаю, да, это, конечно, водичка не стойкая. Она очень-очень приятная, но она абсолютно не стойкая. Я говорю, что она всего лишь держится час, а потом уже вы ее не услышите. На коже моей так. На одежде тоже много не задерживается. Думаю, на одежде часика два, может быть, три, там ее будет немножко слышно. Но, тем не менее, назвать этот аромат освежителем воздуха у меня не повернется язык никогда, потому что это реальный, настоящий куст сирени. И, знаете, не такой, что прям на солнышке распаренная сирень. Нет. Сирень, я думаю, после дождика, может быть, да, или даже утром, когда на ней, на самих цветочках роса. Примерно вот такой реалистичный аромат настоящей сирени, которую мы все прекрасно знаем. Аромат приятный, очень-очень-очень приятный. Реальная сирень. Ни много, ни мало реальная сирень. Шлейфик небольшой, шлейфит, но немного. В первый час, а потом, конечно, эта красота пропадает и снова нужно обновлять, поэтому расход этого аромата, ого-го, какой большой расход, да, и каждый час, если обновлять, то моментально улетает этот ароматик. Так, ну что, с этим ароматом мы разобрались, мы все поняли. Вот сейчас на моей руке звучит реальная сирень, очень приятная, очень красивая. Теперь нанесем Труссарди My Name. Это оригинал, конечно же. Тут код есть, батч-код. Просто в миниатюрке. 15 миллилитров, как я уже говорила. Интересно, вот этот Труссарди, что это за... То ли волчонок вот здесь, то ли непонятно что. Рисунок такой смешной. Ладно, нанесем его на эту руку. О, здесь уже... Тут, да, тут ощущается сирень, но она не одна. Она не одна, не одинокая сирень, как в этом аромате. В этом... Этот аромат посложнее, но оно и понятно. Это все-таки сегмент люкс, а Ив Роше, я думаю, это масс-маркет или же полулюкс, я не знаю, ничего сказать не могу, но я не думаю, что это люкс, а это да, это люкс. В общем, сейчас мы поговорим про ноты этого аромата, сейчас нотки я вспомню только, потому что давно не смотрела столько ароматов и у всех разные ноты, поэтому запомнить нереально вообще. Я знаю основные ноты, там сирень, гелиотроп и... Ну что еще? Сирень, гелиотроп и немножечко фиалки, я думаю. Сейчас посмотрим, открою. Так. Ага. Так, вот у нас этот аромат вышел, появился на рынке в 2013 году. Аромат ориентирован на элегантных женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Я бы не согласилась, я вижу этот аромат и на совсем юных девушках. И считаю, что этот аромат очень-очень такой невинный даже, наверное. Я бы и на 16 лет, на 16-летних девочках бы его увидела. Также и на взрослых женщинах бы. В общем, основные аккорды это у нас цветочный, пудровый, ванильный, мускусный и свежий. Соглашусь. Да, соглашусь с этими аккордами, все верно. Теперь про ноты почитаем. Так, что у нас здесь? My Name – это свежая, деликатная, цветочная композиция, обладающая, тем не менее, сильным характером.
Она открывается нотами белой фиалки и гелиотропа. Во, правильно, фиалка есть все-таки. Но здесь белая фиалка. Не знаю, насколько отличается белая фиалка от обычной фиалки, но аромат фиалки я улавливаю, да. Так, что здесь дальше? Далее следует сердце из сирени и мускуса. Тоже верно, сирень, мускус, но мускуса, я бы сказала, маловато. Кстати, приятный сюрприз. Если вы не очень дружны с мускусом, то, пожалуйста, этот аромат для вас очень-очень безопасен, потому что мускуса здесь мало. Я мускус очень люблю, и для меня здесь его почти неощутим он здесь для меня. Так, и база создана из ванили и сухой амбры. Ванили, сухая амбра. Что ж, соглашусь, да. Амбра есть, но я не знаю, она сухая или обычная амбра. Ну, в общем, не знаю, насколько по-разному, насколько они отличаются, сухая амбра от обычной. Но, тем не менее, амбру я ощущаю. И теперь по стойкости этот аромат гораздо стойче, чем вот этот. Если вот этот держится час и исчезает бесследно, то этот аромат продержится на вас, ну, часика 2,5-3. На мне он так держится, 2,5-3 часа. Аромат просто-просто изумительный. Аромат настолько нежный, настолько притягательный, настолько приятный, весенний, воздушный, немножко сладковатый, пудровый. Аромат очень и очень приятный, очень. Для меня он оказался большим таким полным сюрпризом. Я даже не знала, что Труссарди так хорошо, такие ладные, скроенные в нем ароматы. Как-то пробегала постоянно мимо него. И вот первый аромат от дома Труссарди, который меня покорил. И я планирую дальше присмотреться к линейке. Не к линейке, а ко всему этому дому, присмотреться к его ароматам и обязательно что-нибудь себе еще куплю. Обязательно. Так, девочки, ну что я здесь слышу в первую очередь? В первую очередь для меня, конечно же, это сирень. Сирень, следом идет гелиотроп и фиалочка. Вот это трио. Да, это трио. И даже не знаю, кто здесь главную скрипку-то играет. Но я думаю, что все-таки сирень главную скрипку играет. Да. А ваниль, конечно же, ощущается, амбра, мускус маловато, но для меня маловато, я бы хотела побольше этого мускуса, потому что он мне очень нравится. И что у нас здесь еще? Так, это у нас... А, у нас еще и калла есть. Калла, ну, возможно, но я не ощущаю каллу. Нет, я каллу не чувствую. Так, это, девочки, у нас сирень, гелиотроп и фиалочка на амбровой такой подложке. Немножечко мускуса и немножечко ванили. Ее много нет здесь. В основном это у нас музыка цветов, музыка трех цветочков. Это, как я уже говорила, сирень, гелиотроп и фиалочка. Прекрасный букет, очень приятный, очень, знаете, такой прям, ну, аромат счастья, наверное. Вот когда весна, да, ожидаешь какого-то чуда, и вы знаете, и везде вот пахнет вот сирень, там всякие цветочки, и душа поет. Вот именно аромат такой, аромат очень-очень приятный. Для какой возрастной категории, я уже сказала, это у нас от и до, для любой женщины. Прямо-прямо для любой. И скажу вам так, что этот аромат очень-очень безопасен.
То есть у вас очень мало шанса, если вы нанесете этот аромат на себя и выйдете в люди, у вас шансов почти нет, чтобы этот аромат мог кому-то не понравиться или кого-то раздражать. Да, это аромат очень безопасный в этом плане, очень приятный. Обычно люди потягивают носиком, когда вы проходите, и видно, что им нравится этот аромат. В общем, я счастлива, что я познакомилась с этим ароматом. Следующий аромат, который я хочу приобрести, это будет Труссарди Майс Кент и Труссарди Донна. Хочу их очень попробовать и думаю, что скоро их приобрету. Пусть и небольшие, но флакончики, но мне интересно с ними познакомиться. Да, после этого аромата мне они очень интересны. Но этим ароматом я буду пользоваться. А этим вряд ли. Навряд ли, потому что я не люблю постоянно обновлять. И он, видите, он... Кстати, этот аромат, он очень-очень приятный, но очень монотонный. Одна сирень, и все, больше ничего нет. Он монотонит постоянно, в нем нет абсолютно раскрытия в этом. А в этом, да, есть раскрытие. Начинается с букета цветов, а дальше, вот по истечении времени, где-то через полчасика, начинается вот такая пудровость на амбра. И амбра, пудровость. Это все ощущаете, сладость, немножко ваниль подходит. Этот аромат играет. Играет. Приятная у него, конечно, игра. Я в восторге от него. Я им буду пользоваться, и я приобрету себе еще большой формат, самый большой, который есть, я постараюсь себе приобрести, потому что я хочу им поливаться. И, кстати, если вы себя им польете с головы до ног, то этим вы себя особо не удушите и окружающих тоже не удушите. Аромат очень приятный, с ним можно не осторожничать, но как вам хватит одного или двух пшиков, также вы можете на себя нанести смело и 3, и 4, и 5 этих пшиков. Что еще могу сказать? Ну что, свежести здесь очень мало. Я бы даже сказала, что ее почти не ощущаю, поэтому это ни в коем случае не свежачок. Ух, какая прелесть. Девчонки, всем советую. Кто не пробовал этот аромат Труссарди My Name? Но советую его пробовать обязательно на коже, ни в коем случае не на блотере, потому что на блотере он не раскрывается, он плоско сидит, и от начала до конца он одинаков. Он не раскрывается и не теплеет. На коже он теплеет, он мягче становится. Вот эта вот амброчка раскрывается, ванилька, пудрочка, и, конечно же, цветочный букетик. Я думаю, что... Так, одну минутку, сейчас я еще скажу последнее слово. Так, здесь сирень, куст сирени вот возле меня с этой стороны. Да, а с этой стороны? А с этой стороны слаже, сладче. Здесь сирень, гелиотроп и фиалочка. Вот. Сирень, гелиотроп, фиалочка. Уже чувствуется амброчка. И да, и капельку совсем мускуса, совсем немножечко. Пудровое все такое, но очень приятное, очень. Все, девочки, спасибо, что оставались со мной. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы. И если кому-то я помогла этим видеороликом, я буду бесконечно счастлива. Все, спасибо всем. До скорой встречи.